молодый и стар, подберу любой товар, подходящий по цене, ты спасибо скажешь мне. Будь ты князь или купец, холостой или вдовец, будь тебе хоть больше ста, всех женю, пожалуйста. Грех одному Shut up.
индейка. Ах, индейку захотел? Хотел. Ты вначале за курицу рассчитайся. За какую такую курицу? На той неделе в долг брал? Ну, брал. Это кто не курица была, а воробушек. А, пока твой голоштанный князь долг вернет, этот воробушек вот таким бараном станет. Черт уже. Вот видишь, что я говорю? Ничего не дадут, говорю. Не дадут, не дадут. Вы сейчас посмотрите. Эко, пойди-ка сюда. А я что-то забыла. За кого ваша Сона замуж выходит, а? Тихо! За князя. Князя? Вано! Пантиашвили!
выражением. Бабушка Ануша, вы бы пошли к себе, а то у вас голова заболела. Я к выражениям привыкла. Когда Никитич с приказчиками рассчитывается, такая он декларманция бывает. Начинайте. Как пожелаете. Мы с вами, Сона, прочитаем драматический диалог в лицах. Я буду читать за молодого графа, вы за его кузин. Графиня! Я вчера в саду Блонском бродил среди статуй мраморных, холодных. И вдруг набрел на тихую беседку, обвитую плющом и виноградом. А ты что хочешь мне сказать? Бабушка по-французски. Можно? Можно. И там случайно... Собака вчера приходила, меня хотят выдать замуж. А видите, сонеты! Это там написано? Да, бабушка. Ну, продолжайте. В старой маленькой беседке одна лишь мысль меня терзала. А что со мной будет? Отец никогда не позволит мне выйти замуж за бедного учителя. О, подожди, подожди. Он кто? Граф или учитель? Если он граф, то почему он бедный, а если он учитель, то почему он граф? Я не знаю, что такое? Сказал граф по-французски. Дай сюда! Что? Не нравится мне эта деформация. Стоять! Бабушка Ануша, вы бы отодвинулись, а то нам места не хватит. Да, бабушка, да, Кристина, сон, и здесь 100 человек кентаури плясали. Эти плясаки кентаури, а вальс? А вальс требует простора. Да, Микич требует, чтобы я сонный глаз испускала. Хорошо. Итак, вальс. Родился он в Вене, а теперь его танцует вся Европа. Фигура первая. Дама кладет кавалеру руку на плечо, а кавалер нежно... Обнимай даму за талию. Отпусти ее! Отпусти ее! Ты что делаешь, бесстыдник? Ты эта фигура на моей фигуре пока. Бабушка! Микич сказал, ни одного мужчины к тебе близко не подпускать. Я не мужчина! Я учитель! Он учитель. Учитель, учитель. Выйдешь замуж, любые фигуры выделывай. Иди сюда, учитель. Или меня за талию. Бабушка Ануша, у вас нет талии, талии у вас нет. Держись за то, что есть. Бонжур, месье, бонжур. Как я рада вас видеть. Всегда рада, бонжур. Я приятно удивлена. Молодой уже князь. А я не князь, вот князь. Пардон. Садитесь, господа. Да, вы знакомы с окопом. Наш приказчик и верный друг семьи. Окоп! А ты чего такой грустный? Не хочет, чтобы я замуж выходила. На руках у него росла, на глазах у него цвела. Ты же хочешь счастья своей, Соне? Хочу. Тогда подведи меня поближе к князю. Хочу рассмотреть его получше. Кто с вами, князь? Как князь? Ты же говорил, вы увидите невесту, упадет. Что с вами, князь? Жарко сегодня. Да, такой жары не было.
Какого года? 1713. Князь, а вы любите романс? Он у нас ясно любит. А коп, позови учителя. Учитель! Куда, мальчик мой, ты что здесь делаешь? Ваша невеста, дядя, моя ученица. Я вложил в нее всю душу, учил ее музыке, хорошим манерам. Ты что, не узнал меня? Стоит девушке сменить прическу, как она становится неузнаваемой. Учитель, играй романс. Какой? Любой. Пожалуйста!
Спасибо.